Четвертый квартал производственники начали с хорошими показателями. Выполнен план по добыче руды. По физической массе 23 тысячи тонн. По содержанию отработали несколько хуже, но за счет сверхплановой добычи план по добытому никелю выполнен. Обогатительная фабрика и плавильный цех также отработали с хорошими показателями. Отработали выше планового задания по собственному никелю в Файнштейне, это на 166 тонн. И мы уверенно идем к выполнению дорожной карты, которая была у нас принята на 2014 год. Металлургический цех работает напряженно, но производственные показатели выполняет. Что касается планов на текущий квартал, то кроме капитального ремонта и реализации инвестиционных проектов идет и другая немаловажная работа. На конец года намечена замена дробильного комплекса третьего каскада на обогатительной фабрике. Идет замена машин на клетевом стволе рудника «Северный». В свете того, что идет переориентация на рисковом никеле, на выпуск, организация выпуска никеля в дальнейшем, всего объема производства никеля это на площадке Мончегорск, то предстоят вот большие работы у нас и по цеху электролиза никеля, по тому же рафинировочному цеху. То есть здесь, я думаю, коллектив у нас здоровый, мы с этим справимся. В завершении беседы Николай Спицын отметил, что необходимо мобилизовать усилия всего коллектива компании. И тогда все намеченные планы будут выполнены.